этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты, разноцветные веснушки, белые банты. Этот город, просыпаясь, смотрит в облака. Где-то там совсем недавно пряталась луна. А теперь взрывают птицы крыльями восход, и куда-то уплывает белый пароход. Этот город не похожий ни на что вокруг, улыбается прохожий не за пять минут, помогая человеку верить в чудеса. Распускаются фонтаны прямо в небеса. Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же весна. Я, пожалуй, опущу попутный ветер и останусь навсегда. Голубые тротуары, синие цветы, ярко-желтые трамваи, розовые сны. Он как будто нарисован мелом на стене. Этот город самый лучший город на земле. Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же весна. Я, пожалуй, опущу попутный ветер и останусь навсегда с тобою. На этом свете есть такая же весна. Я, пожалуй, опущу попутный ветер и останусь навсегда с тобою. Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же весна. Я, пожалуй, опущу попутный ветер. Городские цветы, городские
фонарит в фиолетовом мгле. Цветет свет над ночной мостовой. Снятся сны во влажной весенней земле. О долинах, заросших травой. Может быть, как никто, понимаю я вас. Потому что, устав на бегу, проклинал этот город я тысячу раз. А покинуть вовек не смогу. Городские цветы, хвостовые облака, это может быть еще и ненастье, может быть дождь, но в целом день обещает быть очень погожим. Очень много народу, я заметила, если в 5 часов еще совсем, я сегодня вообще просто не спала, у меня бессонница, я взяла, смотрела фильм, если 5 часов еще вообще ничего не слышно, кроме петухов, то в 6 часов уже все. Люди, машины, петухи опять же, все уже в полный голос разговаривает, живет, просыпается. Наслаждайтесь утром, выходите гулять, не ленитесь. Это очень хороший заряд бодрости, настроения на весь день. Если вы с утра сделали над собой усилия и вышли на улицу. Это очень классно. Не знаю. Вот. Нет? Видали? С нашей стороны написана ипотека. Сейчас. Это мы здесь гуляем в районе. Сейчас. И увидели это. Домик для уток. А, он отворачивается. И, короче, на нем сбоку написано. Ипотека 0%. Но он отворачивается. Хороший антикризисный выход. Смотрите, что люди придумали. Во, дом на воде, как Венеция, ипотека 0%. Вот так здорово. О, знакомыши наши встретили с собачкой. Короче, это новенький домик, его раньше не было. Молодцы, придумали оригинально. А я выгуливаю свою новую такую вязаную кофточку. Да-да-да. Если я уебусь, то все. Прямо заросли, заросли этой травки. Ой. Она какая-то фиолетовая и в синий, да, там он вообще в какой-то розовый. Красота-то какая. Шмели.
шмелюшки мед собирают, травушки с такой. Ну, они там трудятся, трудятся. Знаете, ребят, прямо заросли. Какая даже розовая. Красавица. Большой какой земляной жук. Чук-чук-чук. Торопится, торопится, торопится. Вот так смотришь на этот пейзаж, и полное впечатление, что ты находишься в деревне. Кузнечики трещат, да, такой цикорий, заборчик. Он даже маленько созрел. Ягодка. А вот так чуть-чуть в сторону делаешь, и понимаешь, что ты в городе. Вот так-то. Это, конечно, красиво. Намного. Ну как не сфотографировать центральную площадь железнодорожного? Смотрите, какие здесь клумбы. Очень красивые. Раньше на этой круглой площади проходил общий выпускной для всего города, когда нас еще не присоединили к Балашихе. Или к Балашихе. Теперь не знаю, как правильно. Дядя Ленин. Очень, говорят, красиво было, когда все выпускники были на площади, весь город собирался смотреть. Сейчас этого уже нету.